последние месяцы 2019-го, кажется, испытывают нас на прочность. Мы сдали не один экзамен на единство и сплоченность. И как настоящие одесситы сдаем их достойно, который год стоя плечом к плечу. Я всегда верил в то, что лишь через преодоление сложности можно понять истинную цену счастья. Главное верить в себя и свои силы. Волшебники живут не в ярких книжках, а рядом с нами. Когда человек жертвует собой ради незнакомца, это чудо. Когда небезразличные одесситы приходят на выручку в, казалось бы, обреченной ситуации, вот это чудо. Помните, что вместе мы можем все, и даже чуточку больше. Новогодние праздники дают нам возможность отвлечься от рутины, заглянуть в прошлое и увидеть себя в детском возрасте, вспомнить свои мечты и стремления, сравнить их с реальностью и сделать уверенный шаг в будущее, к светлому 2020 году. Я желаю, чтобы он был наполнен позитивными событиями, добром и радостью, теплом и заботой родных людей. С Новым годом! С Рождеством Христовым! Мира, процветания нашему любимому городу!